Зеленая зона разместится прямо на границе с Хостинским районом, в конце Верещагинского виадука. Площадь будущего сквера 25 соток. Сейчас он пока скрыт за забором, но уже известно, что там будут и клумбы, и скамейки, и малые архитектурные формы. Обслуживание сквера берет на себя муниципалитет. Давно ждали этого события. Значит, устройство сквера проводилось силами наших шефов. Это, значит, управление ФСБ по Краснодарскому краю. Это такой очень хороший жест, значит, для города. Мы, значит, ну, во-первых, очень рады этому. Во-вторых, значит, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Сейчас в будущем сквере проводится уличное освещение. Обустройство зеленого уголка планируется завершить через 2-3 недели. Кстати, только за последние годы в Сочи выявилось 6 новых скверов, реконструировано 11. В настоящее время по краевой целевой программе высеивается 12 гектаров новых газонов.